Сегодня мы хотим в городе Хабаровске выступить со словами поддержки нашим вооруженным силам. Знайте, что мы поддерживаем то, что вы делаете, мы с вами. Мы полностью разделяем то, что сегодня происходит. Фашизм не должен поднимать свою голову на планете Земля после всего того, что происходило в нашей стране. Войны. Мы благодарим вас за работу, за тяжелый труд, который вы сейчас выполняете по денацификации и демилитаризации Украины. Мы с вами. Возвращайтесь здоровыми и с победой. Уважаемые наши военные, знайте, что все нормальные люди, и русские, и украинцы, и любой другой национальности, полностью поддерживают вас в вашем отважном деле борьбе с фашизмом в Украине. Мы не хотим, чтобы он пришел на российскую землю, поэтому полностью поддерживаем и желаем вам, чтобы вы вернулись домой здоровыми. А кто погиб, светлая память. Еще раз слова поддержки вам. Мы в вас верим. Победа будет за нами. Хочу выразить поддержку вооруженным силам Российской Федерации, которые сегодня в непростых условиях выполняют трудную, но очень нужную задачу освобождения братского украинского народа от фашизма. Желаю всем удачи, победы, возвращения домой. Ребята, мы с вами, мы вас поддерживаем. От левопатрических сил Дальнего Востока поддерживаем вооруженные силы Российской Федерации в борьбе с национализмом и бандеровщиной на Украине. Ребята, мы вас верим, мы на вас надеемся, вас поддерживаем. Спасибо вам. Правда, честность, победа, социализм – слова-синонимы. Наша сила в правде. За дезинфекцию против фашизма российская армия всех сильнее. Давайте, наводите там порядок, мы вас верим. Победа за нами, в руках наших снов.